Всем привет, с вами снова Женёк, и сегодня мы будем играть в инди-хоррор под названием No Man's Sleep, который я очень давно ждал, так как данный проект очень заинтересовал меня. Мы будем играть за ребенка и видеть все его страхи, и также, естественно, чувствовать. Ну, давайте начнем с этого. Точнее, уже начали. В принципе, вступили в главную часть данного проекта и начали играть. По всей видимости, ребенок не сможет уснуть без своей игрушки. И нам будет. Надо будет нам отыскать нашего Мишку. Негодяи забрали, бля. Так, ладно, будем продвигаться. Перекатываться. Бегать можно, отлично. Так. Так, залезть. Великолепно просто. Ага. Вроде пока что ничего плохого. Стул дальше не идет. Значит, отодвинем и продвигаемся дальше. Пока все тихо, спокойно. Вроде бы. Как мне кажется. Но это может... Тихо. Кто-то зовет на помощь. Машинки? Нет, дверь мы, пожалуй, даже не будем закрывать, а откроем на всякий случай побольше. Так, что в шкафу? Тихо. Возможно, это даже отец ребенка, но, конечно, знать я этого не могу. Это же наш Мишка. С Мишкой-то будет поспокойней. Значит, это не главная цель в данной игре. Ладно, давайте будем идти вперед. Так, что-то уж слишком тихо. Тихо, блядь, закрой. Что это было? Тихо. Так. Кто рычал? Фонарика у нашего героя, естественно, нету. Никакого. Так.
дверь, до ручки мы не дотягиваемся. Стул мы принести не можем. Ну, единственный выход у нас остается. Это идти вниз. Видимо, Да, видимо, скорее всего, это дверь нам и открылась. Да. Это вообще не есть хорошо. Так. Вот так вот идти вниз. Давайте присядем. Лучше поползем. Так, мне кажется, или в шкафу кто-то есть? Хорошо это все. Да, в шкафу определенно что-то есть. Давайте встанем все же. Что это? Газовый баллон. Ничего, хранить его в шкафу, конечно. Заблокировано. Тут проход заблокирован. Нам придется лезть. Да ничего себе, он ползает, я вам скажу. Даже, блядь, я так не бегаю, как он ползает. Все же встать будет получше. Да. Не, воображение, конечно, у детей очень хорошее. Тут ничего не скажешь. Это всего лишь... Тихо. Тихо. Кто-то идет. Кто-то идет. Воображение. Какие очень хорошие. Я бы сказал, до усрачки хорошие. Ползком-то как-то они побыстрее и спокойно. Опа, под кровать залезли, да? Отличное место надо будет заполнить. Так, это у нас рисунок, видимо. Это мы с мишкой. Блин, даже вообще не хочется туда идти. Это же... Представить не могу, что там будет. Атмосфера жуткая. И жутчайшая. Не-не-не-не. Все же присядем. Вот, можно забрать? Отлично. Давайте так передвигаться. Тихо. Тихо. Стук. Точнее, крест. Так, это было на кухне. По всей видимости, здесь нас ничего больше не ожидает. Не знаю. Так, кубик. Угу. Так. Да он накидает дальше, чем я. Супер. Уникальный ребенок. Так, еще один рисунок. По всей видимости, это кухня. Так, тихо, ну что начинается-то? Прям с плеча рубят. Создатели. Данного проекта. Яблоко. Яблоко. Мы не любим. Мы не любим яблоки. Нахрен нам яблоки. Фух. Наше молоко пролитое.
да, конечно, посмотрел я. Ничего. Тоже ничего. Да, никак не посмотришь, но не надо. Да. Скорее всего, он там идет в стол. Ух ты. Тихо. Ну что за беспредел? Стул. Скорее всего, я думаю, все же там что-то нас такое хорошее ожидает. Здесь стул вообще был рядом. Ну да ладно. Залази. Не хочет. Поезд. Чего мы делали данные не столь быстрые процедуры, ладно. Такое ощущение, как будто, блин, сзади что-то крадется к нам. Бедный. Бедно живут. Ну давай же. О. У нас тоже ничего. Пирожков тоже для нас нет. И тут тоже ничего. Ну вообще. Беспредел. Ладно, давайте все же. Чтобы. Вдруг там, может, что-то все же есть, чтобы не возвращаться. Где-то не застрять. Так, залази, залази, залази. Отлично. Нет, тут ничего. Далеко, что-то опасно. Ну ладно. В общем-то ничего. Чего что тут говорить. Так еще опять же такая же игрушка. Тихо. Ну в общем, ладно. Не столь все печально было. Тут я уж сам себя, как говорится, напугал. Так, давайте все же на этот раз возьмем стул поближе к нам. Давай, 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 давай. Тащи его. Тащи. Отлично. Куда мы идем дальше? Прихожая. Вообще великолепно. Нет. Тут тоже ничего. Ну, пока вообще все продвигается как лучше. Опять газовый баллон. Данная дверь тоже не взаимодействует. Точнее, мы не взаимодействуем с ней. Так, так, так. Чисто. Все чисто. Не, ну вы же это слышите? Ну, блин. Такое ощущение, как будто все же сзади кто-то есть. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот так вот сделаем. Все же как-то поспокойнее будет. Фух. Пока, по сути, ничего страшного так-то и не произошло, но атмосфера не из наилучших.
так, так. Ну, вы можете слышать это, по-моему. Голос тут тихо. Это всего лишь гроза, гроза. Да? Так. Тиканье какое-то, может. Нет, ну. Нет, ну. Нет. Ну зачем? Ну почему именно вот последняя дверь? Блин, ну это вообще жопа. Да это жопа, да ну нахрен. Так, 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 тихо, тихо. И все же приоткроем дверь. Иначе у нас не будет пути отступления. Там еще одна дверь. По всей видимости, тут ничего. Тут ничего нету, по-моему. Так, так. Тихо. Что это было? Что-то где-то открылось. Так. Кроссовка. Здесь что-то ждет. Так, так. Ну, по всей видимости, это родительская комната. Наверное. Так, и нам, скорее всего, нужен ключ, я так понимаю. А где его взять? Ну и чё? Как нам взять ключ? И вообще, где его? Возможно, мы его пропустили в одном из этих ящиков. Так, а стул? Стула-то нету. Я не думаю то, что ребенок вот это утащит. Хотя он же на колесиках, и вообще, по идее, он должен его толкать. Но нет. Не тут-то было. И что нам делать? Что мы можем сделать еще? Да, открыть мы не можем. И вообще, по всей видимости, это и есть то место, куда дальше мы не пройдем, так как это альфа-версия данной игры. Ну и, пожалуй, закончу на этом обзор. Не буду мучить ни себя, ни вас. Как только выйдет полная версия данной игры, я обязательно ее пройду. Задумка очень хорошая. Автором данной задумки просто чистая пятерка. Вроде как бы и не страшно было, да, но давайте не будем спешить вперед, так как это всего лишь альфа-версия. Все хорошо сделано, прорисовано. Так что the best просто в данной игре. Данная игра, точнее. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До встречи. С вами был Женек. Счастливо.